Российское руководство к президенту Украины относится с уважением? Да, с уважением. С уважением. А его воспринимают как партнера на переговорах? Вы знаете, как равного? Это очень интересная история, но в России всегда обращали внимание, ведя переговоры с кем бы то ни было, кем этот человек был в 91-м году. Это очень важно. И даже когда говорили Путин и Кучма, то они понимали, что Путин был подполковником КГБ, не снискавшим особых лавров. А Кучма был членом ЦК КПСС, лауреатом Ленинской премии, директором самого крупного в мире ракетного завода. Государство в государстве. Угу. Подчинявшегося напрямую генеральному секретарю ЦК КПСС. Россия может уважительно относиться к лидеру другого государства, я сейчас говорю о президенте Дадоне, если он от нее полностью и целиком зависим? Да не, ну это сатрап. Уважение, об уважении, о равноправном диалоге, о партнерстве говорить в данном случае не приходится. Какой может быть равноправный диалог? Равноправный диалог может быть с равным, которого уважаешь за силу. Вот Путин, например, очень уважает Эрдогана. Они оба, в понимании Путина, пацаны с яйцами. И Путину он нравится, как такой же, как он сам. Президент Молдовы — это пацан без яиц? Я не знаю, я не видел его в бане. Вот, но, судя по поступкам, ну, чистый сатрап России.